Ну вот, приехали. Да. Ну Всё. вот, до начальной точки мы добрались. Эту идею мы давно уже вынашивали. Вот, я думаю, сегодня хорошая погода, пришло время. И сегодня мы, значит, преодолеем наиболее труднодоступные места, которые есть у нас на нашем озере. Цель сегодняшнего нашего мероприятия – это замотивировать людей с инвалидностью, да и не только с инвалидностью, к занятиям физической культурой и спортом. Моя цель вообще посмотреть, проверить, получится, насколько самостоятельно получится преодолеть эту дорогу. Ну и, говорю, посмотреть красоты нашего озера со всех сторон. Это прям мечта. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Сочиняй, удивляй, удивляйся, люби, без сомнений встречай повороты судьбы. Смысл жизни ищи и в сомнениях любых помни, что ты сильнее, сильнее, сильнее люби. Выбирай только сердцем своим и раскрашивай счастьем своим каждый миг. Безбоязненно против течения плыви, пробуй новое, светлое, помни, что здесь все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире нет такого, что не подвластно было б нам. Все зависит от нас самих, все зависит от нас самих. Ничего в мире. Никогда не сдавайся, забудь о ничем. И для этого есть сотни тысяч причин. Полыхай и искри, словно звезды в ночи. Обязательно птицу мечту распишись, получи. Доверяй только чувствам своим. Оставайся собой, а не кем-то другим. Если просят о помощи, то помоги. Если силы кончаются, помни, что здесь все зависит от нас самих. Все зависит от нас самих. Ничего в мире нет. Все зависит от нас самих. Все зависит.
выяснилось, не очень-то она и сложная. Опять-таки, да, учитывая вот эту липовую горку. Липовскую. Это, конечно, жесть. Это прям, ну, на данный момент, говорю, она непреодолима в этих условиях. С этим транспортом для меня просто абсолютно никак. Но чтобы поехать в это путешествие, да, вот собраться кому-то, нужно продумать, конечно, группу, которая будет поддерживать вас на протяжении всего путешествия, ну, всей трассы. И если надежные люди, то не страшно ничего, и все преодолимо. Да, я планировал и представлял, как это все будет. И в принципе, вот как в голове картинка была, все так и произошло. Ну, все-таки, прежде всего, как бы хочу сказать, что сейчас, вот уже по приезду сюда, да, когда мы обогнули уже самые труднодоступные участки, я с уверенностью могу сказать, что Наталья первая женщина в истории Тургаяка, которая обогнула нашу жемчужину.